ребята. Вот. Будет еще одно видео по Калине. Хотя их надо было снять еще больше, но давайте я тут покажу проблему. Смотрите, включаем эту. И сейчас покажу, что происходит. Только одна работает, а вторая вообще не крутит. И хочу вместе с вами попробовать отремонтировать. Снимаю все почти что одним кадром. Так что сейчас смотрим под капотом, что у нас. Давай. Открываем капот. Идем смотрим. Где-то здесь должна быть проблема. Сейчас зафиксирую капот. Ну и в принципе проблему я быстро нашел, смотрите. Это нафиг. Вот. И вот вся проблема. Вот как эта хрень там держится, это уже другой вопрос. Блин, да это длиннее получается. Может эту. Если поднять другую, не получится. Надо что-то думать. Сейчас посмотрим, у кого есть такая проблема. Я сначала думал, что здесь проблема. Поставил снизу типа резину. Не, пока ходит. Ходит, но когда хочет. Так что сейчас попробуем зафиксировать ее как-то там. И посмотрим, что получится. Я уже посмотрел в интернете, как все это делать. Прикиньте, ни одного видео. Значит, сейчас будет ремонт дворников на Калинке. В сторону. Если здесь поставил, то нафиг надо. Открываем опять капот. Что еще могу сказать? Вот с дворниками. Первый вообще отвалился. Этот. Вот уже такое новшество. И как я его отремонтировал, сейчас скажу. Видите эту пимпочку, как она была? Я просто ее плоскогубцами прижал. И вроде бы все. Ненадежно, конечно, там держится, но на первое время, думаю, будет. Так что по эксплуатации данной машины это все, конечно, звиндец. Блин, коробка вся мокрая. А так, в общем, больше проблем особо с ней нету. Еще вот это не могу открутить, и все. Обьет. Вот он может зубы выбить. Да, здесь даже видно. Потрескал стакан. И вот здесь. То есть не об этом сейчас. Вот это я отремонтировал. Так. Вроде держится, не знаю. Смещено чуть-чуть. Короче, это Калина здесь. Претензии были, когда она делалась. Что не надо такое делать. Но что поделать, вот так. Закрутил там дворник, поставил то на место. Сейчас посмотрим, насколько это долговечно. Включаю зажигание вот так, потому что замок провернуло. Ух ты ж, блядь. Ёбаный, блядь. Как так-то? Что-то не то. Сейчас проверим. Понимаете, здесь не надо затягивать до конца, вот, чтобы здесь оставался зазор между стеклом. Вот есть зазор, отсюда лучше видно. Вот. И не будет царапать. Ну, в принципе, все, проблему устранили. Всем удачи.